наверху, видишь, крыша такая, космос. Ага. Это там жил, да? Там детство там прошел. Но не, не детство, а после детства. После детства, да. Юно. Да. Ага. Молодость. Ну, молодость. Бурная молодость. Гурная, хмурная. Хмурная. Тут жил, тут жил. Ну, пункт хороший. Тут Hotel City. Что-то... Это частный потом. Да, у них закрыта там территория. Поезды, да. Колючей проволокой. Тут, пожалуйста. Ага. Так что высоко жил. Вид имел красивый на почти весь город. Угу. Но сейчас еще лучше живешь. Главное, сейчас лучше. Совсем другой комфорт. Да. Ну, сам знаешь, видишь, можешь сам оценить. А, просто... Как себя чувствуешь? В молодости другая. Молодость другая сейчас, да. Но можно сказать, да. Что есть что-то в том. Но самое главное, что говорю, здоровье. Да. Сейчас. Такая огромная. На всю стену картинка здесь у нас. Да, это... На улице. Линия домов разрешает молодым пластику делать, да? Сделать такое. Граффити. Ага. Да. И они просто бесплатно это делают. Да. Но они достают тот фильм, который производят фарбу, ага. Получают фарбу на это дело, чтобы города были немножко красивее. Это такая акция во всей Польше. Ну все, пошли. Это школа глухонемых, я вчера показывал. Вот это? Это красная. Да, это 200 лет которой, да? Глухонемые. Глухонемых, ага. Да. Старая, да, которая школа? Старинная, старая школа. Старая, 130 лет. 130 лет. Большая традиция этой школы, потому что таких школ нету в каждом городе. Ага. Это, ну, глухонемых, естественно. Много стоят такие. Это вообще редкость. Да. Так что редко, да-да. Тут следующая школа 200-300 километров такая. Так что дети тут даже с других районов Польши приезжают учиться. Конечно. А один раз в месяц родители забирают их дома. А так тут они ночуют, кушают. Это, конечно, государство. Плачет государство, да. А сейчас подходим к самому центру, где вчера вечером были, ага. Как помните. Да. Ну, идем. Это Площадь Свободы. Площадь Свободы. Так, сейчас пока выключаюсь, буду просто кусками, потому что батарею экономить. Экономить. Друзья, сейчас дойдем до Площади Свободы и попозже на связь. Смотрите, Анзор ТВ, двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию.